Интересно, как она ее трется в эту больную кошку, а потом та не отвечает, и она ее раз по морде как бы оживляет. Гляди. Так. Раз. А за что? А та всех обижала, до этого было. Вот эта болящая, она точно так же делала. Пошла. Так, снова к ней. Дает ей фору. Ух, посмотрела как. А та покорно так все это сносит. Так это минуты не дает ей покою. А та жмется домой. В дверь я ее вынес, хотя на двор, чтобы сходила. Никак. Ничего не ест. Не выправить ничего нельзя. На кровать залезть и не может. Вот в каком виде. Самая красивая кошка была. А это Буска. Все равно где-то охотится или что. Это бьется к двери. Только запустили. Ну, сейчас кормить буду. Вот так. Вот утром выносят Володя кошек на чердак. Выключи свет теперь. О. Вот он выходит наружу, кошечку подцепил. Вот так. Он к лестнице подходит. Они день находятся наверху, потому что надо гонять мышек. Вот теперь пойдем сейчас виноград укутывать. Раз. За что, спрашивается? А та ничего, ни лапу поднять не может. Обессилила. А до этого обижала всех. Такая коварная была кошка. И вот стою рядом, главное-то. И вот ей что-то не имется. Надо эту обидеть. Я достаю как бы что-то. Ну, обижает тебя. Вот она какая. Буска обижает. Ну, белую обижает. Обижает белую. Раз. Пригладила лапой. Пошла дальше. И при том она не дерется, а просто ее как будто пробуждает, не покорябанная, ничего. Несколько счет.
Знающий сына знает и отца, то сын подлинно одного и того же существа с отцом. И при этом они не понимали, что делом силы истинно божеской было то, что он, окруженный врагами, среди их оставался невредимым и неприкосновенным, тогда как они прежде Пасхи искали его и подстерегали. Кого искали, когда его не было, и против кого, даже в отсутствии его, неистовывали, того, когда он среди сетей не могут взять. Они давно желали умертвить его, но были удерживаемы невидимыми узами силы его, ибо ему нужно было до доли оставаться живым во плоти, дабы доставить людям более пользы через совершение больших чудес и преподание большего учения. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 21 по 24 стих. Опять сказал им Иисус: «Я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти». Тут иудеи говорили: «Неужели он убьет сам себя?» Ты вчера-то считал. Что говорит? Куда я иду, вы не можете прийти. Он сказал им: вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от всего мира. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших. Ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших. Да. Ну да, это я читал. Хорошо, помещай. Вот котенка туда запустил, вот интересно, как Паля
А там как гнездышко такая, она легла в него, у нее лежит, а на выходе этот голубенок. Там не видно свет целиком.